Сегодня 19 марта, вот такая погода у нас. Окна на балконе застыли. Минус 20 градусов, холодно, ветер. Но весна идет, рассада всходит, сельдерей посеяла сухими семенами сразу в грунт. 4 марта посеяла листовой. И черешковый. Посеяла густо, густо и взошел. Особенно листовой. Сейчас надо прорядить его, присыпать землей и будет расти дальше. Прорядила. Это присыпала землей. А эти еще не присыпала, только прорядила. Но это первое прореживание. Так что еще будет прореживание. Мне надо всего 5-6 кустиков сельдерея. Присыпала землей. Вот так серьезно прорядила. В основном вырывала те растения, у которых семечко не отпало, ну и которые сильно загущенные были. А это сельдерей второгодник у меня. Пережил зиму на подоконнике. Пригодится для покраски яиц. Очень хорошие листики. Получится красивые яйца. А этот сельдерей 5 штук, 6 выберу хороших, а остальные удалю. Немножко пересадила глубокую емкость. Смотрим, как приживется в ровной посадке. Так что сельдерей можно оставлять на зиму в нашем регионе на подоконнике. Весна идет, сегодня уже грачей видели. Так что весна идет, хоть и злится еще зима, морозит нас. Но весна идет.